Приветствую, на связи Вячеслав Опилкин, и сегодня у меня для вас будет очень интересное видео. Поехали! В этом видео я хочу вам показать, как вы можете привлекать подписчиков, затрачивая на это совсем небольшие деньги. А в моем случае это было совершенно бесплатно. Итак, давайте приступим к обзору сервиса Bazaar Email. На этом сервисе вы можете заказать рекламу в чужих email рассылках и получить, в принципе, очень хорошие результаты. Давайте приступим к регистрации. Нажимайте на эту вкладку. Пишите здесь свое имя, электронную почту. Придумывайте пароль и повторяйте пароль. У меня уже есть свой аккаунт, то есть я сейчас просто войду и покажу вам, что нужно делать в этом сервисе. Итак, я авторизовался в сервисе, и здесь вас встречает вот такой вот интерфейс. То есть с левой стороны все разделы, которые нам необходимы будут для работы. А основное поле здесь расположены рекламодатели. То есть из этих рекламодателей можно будет потом выбрать подходящего нам для выполнения нашей рекламной кампании. Итак, первым, что нужно нам сделать, это пополнить рекламный баланс. Нажимаем на эту вкладку и выбираем «Пополнить баланс». То есть здесь вы можете выбрать определенную сумму пополнения, например, $10. Либо с WebMoney можно, либо с помощью пластиковой карты. То есть здесь представлены два вида. В моем случае я буду пополнять баланс с партнерского аккаунта. Переходим во вкладку «Партнеры». И у меня уже здесь заработано $70. То есть в моем случае я все рекламные кампании пока выполнял партнерского баланса. Если вы хотите также получать комиссионные с ваших партнеров, которые зарегистрируются в этом сервисе, то в конце этого видео я вам расскажу, как это можно сделать. А сейчас мы пополним наш баланс и запустим рекламную кампанию. Переходим на вкладочку «Перевести на баланс». И здесь я поставлю $13. Нажимаем «Перевести». И все, эти деньги вот зачислились на баланс. После этого, как мы пополнили наш рекламный баланс, нам нужно будет создать рекламную кампанию. Переходим во вкладку «Рекламные кампании». И вот здесь вот у меня уже есть созданные мной рекламные кампании, которые я делал. И в конце этого видео я покажу результаты по этим рекламным кампаниям. Давайте я вам сейчас покажу на примере моей рекламной кампании, как вы можете запустить свою собственную рекламную кампанию. Нажимаю кнопочку «Клонировать». И вот здесь вот уже нужно будет прописывать все данные нашей рекламной кампании. То есть здесь мы пропишем дату 06.11.18. И здесь можно написать, ну это чтобы было понятно вам, какую вы подписную страницу будете рекламировать. Язык выбираем русский. Здесь тему вашего письма. Тему я менять не буду. И вот в это поле нам нужно вставить текст рекламного письма. То есть просто копируете ваш текст, вставляете в это поле, и потом в дальнейшем можно его отредактировать, что-то сделать жирными буквами, что-то большими заглавными. То есть здесь есть удобный редактор, которым вы можете все это делать. После того, как вы вставили текст, нам нужно будет поставить вот в эти надписи рекламную ссылку. Нажимаем вот на этот значок, и здесь вот у нас вставляется такая вот ссылка, то есть на подписную страницу. Здесь она указана с UTM меткой. То есть вы можете, в принципе, UTM метки свои не делать, а поставить вот здесь вот галочку, и тогда автоматом вам сам сервис поставит UTM метку. Но я всегда делаю свои метки и пропишу их здесь. То есть здесь у меня просто поставится дата 06 и 11 месяц. Нажимаем ОК. И в этой ссылке делаем то же самое. ОК. Здесь я галочку не ставлю, потому что я поставил свои метки. Идем дальше. То есть здесь вам нужно будет выбрать тематику, на каких площадках вы хотите рекламироваться. То есть здесь я выбрал интернет-компьютеры, работа, учеба, реклама, пиар, экономика и бизнес, электронная коммерция. То есть если вы рекламируете какие-то другие темы, то здесь можно выбрать какие площадки.
В принципе, можно здесь одну-две площадки выбрать, этого будет достаточно. Дальше идем. Здесь можно указать максимальную цену, и здесь можно будет тоже прописать, сколько вы хотите платить за уникальный переход. В моем случае я поставлю здесь $8, и дальше нам нужно будет выбрать дату и время, когда мы хотим запустить нашу рассылку. То есть, например, я хочу запустить 7 числа. В 9:05 по Москве здесь время отображается. И вот здесь вот не советую ставить отображать заявку на бирже, потому что вам будет приходить очень много рекламных предложений от авторов. И это потом не очень хорошо будет для того, чтобы отследить нам именно того хорошего автора, которого мы хотим заказать рекламу. Так, здесь галочку можно тоже не ставить, чтобы ваше письмо автор уже не редактировал, а запускал именно ваше письмо. И после этого нажимаем кнопочку «Создать». Все, здесь вам нужно будет либо сделать автоподбор, но что я не рекомендую делать, либо перейти на биржу и самим уже подобрать автора рассылки, что мы сейчас и будем делать. Нажимаем «Биржа». И вот здесь вот я советую вам сделать выборку именно по тем авторам, которые были последними добавлены в систему. То есть по дате добавления нужно выбрать. Здесь у нас появились рекламодатели, и теперь нам нужно выбрать хорошего рекламодателя. Вот, например, Евгений. Смотрим, конверсия хорошая, база 1099 и стоимость $9. Посмотрим по его статистике. Вот он уже давно в системе, отзывы у него хорошие, в принципе, у этого автора можно заказать. Вот здесь вот смотрим, 656, конверсия 1869 и стоимость $7. Тоже хороший автор. Еще нужно обратить внимание, чтобы он был онлайн, либо недавно заходил в систему. Потому что если автор давно был, то есть можно не дождаться от него данного именно времени, чтобы он запустил вашу рекламную кампанию. Идем дальше. Вот есть база неплохая. Тоже можно посмотреть статистику. То есть он один раз всего делал рассылку. Совсем свежая база. И примерно по открываемости где-то будет около 100-200 кликов с этой базы. Смотрим дальше. Наталья П. Можно посмотреть, тоже неплохая база. Открываемость 11%. Стоит $6, в принципе, тоже нормально. И вот совсем свеженькая база. Вот Анатолий Миронов, хороший автор. Я у него даже делал уже рассылки. Потом в дальнейшем покажу результаты, какие у меня получились. Тоже хорошая база у него. И открываемость, и подписчики хорошо приходят. Так, ну давайте попробуем заказать вот у Натальи П. Она была 3 часа назад, то есть, в принципе, нормально. И нажимаем кнопочку «Подать заявку». Нажимаем «Принимаем условия». Цену возьмем за рассылку. И нажимаем «Использовать мою существующую рекламную кампанию для заявки». На 0,6. Нажимаем «Добавить». Все, наша заявочка теперь появилась вот здесь вот. И теперь мы ждем ответа от Натальи, когда она нам ее подтвердит. И давайте я вам еще покажу, как сделать копию нашей рекламной кампании и сделать еще одно предложение у другого автора рассылки. Переходим в раздел рекламной кампании, нажимаем на кнопочку «Клонировать». То есть, например, зададим на 8 число эту рекламную кампанию. Здесь уберем копии, и здесь пропишем уже другую метку, которая будет, например, 0,8. Здесь галочку берем и выберем дату на 8 число. Также поставим 9:05. Проверяем. Все правильно у нас должно быть здесь. И нажимаем кнопочку «Создать». Переходим в раздел «Биржи». И выбираем вот Елену
Фролову, то сделаем ей подать заявку. Выбираем нашу компанию, вот 8, и нажимаем «Добавить». Все, теперь переходим в раздел «Заявки». У нас появилось две заявочки, которые мы будем ждать, когда их рассмотрит автор. После того, как автор подтвердит эту заявку, мы в разделе «Контракты» увидим здесь наши подтвержденные заявки. Сейчас пока авторы еще не подтвердили. Вот, но в течение дня, я думаю, они это сделают, и заявочка здесь появится. Все, после того, как они ее подтвердили, то есть на следующий день у нас выйдет рекламная кампания, и уже потом можно будет в разделе «Статистики» уже все вот эти рекламные кампании просматривать. Вот я их делал, несколько рекламных кампаний, и вот такие вот, в принципе, неплохие результаты у меня получились. То есть вот Анатолий Миронов, неплохая база, то есть кликабельность 20-26%, все выполнил в срок, подписчики пришли хорошие, то есть даже были несколько продаж у меня по моей воронке. И вот здесь, то есть, несколько авторов я приглашал. И давайте покажу, какие у меня результаты получились. Перейдем в мой сервис email рассылки JustClick. Сделаем фильтр. Вот я отдел как раз с 8.09. И по сегодняшний день сделаем. Искать. Получается, вот по метке базар мне пришло 260 подписчиков. Также у меня еще есть подписная форма на рассылку в Сендлере. Это рассылка ВКонтакте. То есть здесь у меня пришло где-то порядка 108 человек. То есть я так замерил, примерно посмотрел сколько. То есть 260 и 108. То есть примерно где-то в общем пришло где-то 368 человек вот с этой рекламной кампании. И на все это дело я потратил около $40. То есть это примерно 2700 рублей. То есть если так посчитать, 2700 рублей разделить на 368 подписчиков, которые я получил, то это получается где-то 7,5 рублей за подписчика. То есть по рынку это вообще очень хорошая цена получается. И самое главное, что я, в принципе, получил всех этих подписчиков совершенно бесплатно, используя партнерскую программу вот этого сервиса. То есть здесь вот у меня было на балансе 70-28 долларов. Сейчас осталось из них 15. То есть всех вот этих подписчиков я привлек совершенно бесплатно. Если вы хотите получать такие же результаты, привлекать подписчиков в свою базу и многократно окупать вложения в рекламу, то под этим видео я приготовил для вас ссылочку на готовый комплект, настроив который вы сможете привлекать под себе подписчиков, монетизировать свою подписную базу, в котором уже есть готовая подписная страница, серия писем, уроки по привлечению трафика, а также свой собственный конструктор сайтов, на котором вы сможете делать любые подписные страницы в дальнейшем, как под свои, так и под партнерские продукты. Пошаговый видеокурс, который научит вас подключать все сервисы рассылок, как email, ВКонтакте, так и в Фейсбуке. А также вы можете получить готовую страницу, на которой вы сейчас находитесь, вставить в нее свои партнерские ссылки и привлекать партнеров, которые будут в дальнейшем заказывать рекламу, а вы будете получать с них свои комиссионные. Тем самым у вас будет уже готовая воронка продаж, которая будет сама себя окупать. И в принципе в дальнейшем вложение в рекламу вы уже можете из своих денег совершенно не делать. Я думаю, это очень интересное предложение, которое вас заинтересует. Подробную информацию о комплекте вы найдете под этим видео. А также все ссылочки на сервис Базар Email и на дополнительные материалы, которые я оставлю под этим видео. На этом я заканчиваю свой видеоурок. На связи был Вячеслав Вопилкин. Увидимся в новых видео. Пока-пока.